бабами, да? Списать их. Но для того, чтобы у них списали, я должна ей сначала деньги отправить, предоставить чек, что я ей отправила. То есть, представляешь, например, она должна 40, я еще 40 отправлю, чтобы она мне 40 отправила. В итоге я на 80 попаду, она мне ничего не отправит, бабы не спишут. Ну, вообще такая ситуация. То есть мы же не всегда, когда забираем что-то, иногда нам долги должны отдать. И получается, по сути, чтобы эти бабы списались, я должна отправить ей 40 тысяч, например, и она мне их снова должна отправить. И получается очень много операций по карте, и все, и просто, ну, блокировка возможно будет. Просто, возможно, она, во-первых, не куратор, и у нее каких-то таких нет. Она просто продает алмазы, продает, получает деньги. Все. Как бы у нее и так операции идут стандартные. А у нас у кураторов, ну, немножечко другая система. Где-то мы берем там заранее, потом отдаем, либо даем в долг своим, короче, ведущим. И систему, чтобы бобы списывать, не через пай, а прямо бобы списывались. Раньше мы только зарплату переводили, а теперь что можно бобы раз в неделю списывать. Потому что Payoneer не будет. Понимаешь, человек влез, куда не надо. Но тебе нравится, все, отлично, скажи спасибо просто. И все. Пусть люди дальше решают. Если у нас не устраивает, а это не устраивает реально, это жесть. Я не представляю, как работать, предоставляя чеки конкретному человеку, ну, отправлять. У меня есть ведущий, которому я не отправляю, потому что у него, ну, то есть которого я лично знаю, которому я даю наличку, потому что у него арестована карта, я не могу человеку отправить, у него, потому что все спишь. Да, я тут. На. Сейчас. Блин, не надо, пожалуйста, у нас как бы, если и так был конфликт, вот не нужно, мы с ним типа не разговариваем. Если ты еще скажешь, я с тобой разговаривать не буду. Что толку, ей там в группе сказали, в ангела написали. Просто те, кто за нее, те и так за нее. Типа, кто за меня, тот за меня, а по сути им особо пофиг на ситуацию. О, да, ну как будто ты скажешь, ты что, жопу администрации лишь, она такая. Да, блин, я лежу в жопу в администрации. Ты угораешь? Она скажет, ну в смысле, все же отлично, все здорово. Вот так она скажет. Тем более ты не в курсе типа этой ситуации.
Почему? Тут она сказала, что, понимаешь, типа психологический прием, когда человек, она говорит, меня здесь все давно хорошо знают, я за семью, за то, чтобы друзьям было лучше, ну, короче, просто такое, так себя, ну, типа, подлизываться ко всем, выставлять себя такой самый лучший вообще, очень. То есть она, ну, таким образом, типа, я тут никто, а вот она, типа, королева. Просто я была бы больше рада, если бы с ним не общалась наоборот, а не разговаривала. Да, это донатор в семье. Он в основном у меня сидит. Ну, у Ирины он, кстати, тоже не пополнялся. Тоже сидела на трансляции. Да, капец, это мы просто, ну, выбесили сегодня. Вот. Я так и не знаю, что мне записала-то в итоге. Не послушала. Я обращаю. А, ну, здесь только припев ставить от того момента. На все любовь похожая на все. Я прощаю на одиночество и грусть. Опубликовать как видео. Ты сказал, что в них я больше не вернусь. Все, останется только видео записать и поздравления. Ты композитор, я композитор, композишн. А, я еще хотела, знаю тебе сдаться, вместо слов целоваться, как будто мне 17 лет. 17.
Как ее? Маригу? Маригу. Начинала Маригу. 17. Почему не найдено? Все. Маригу. 17 аккорды. Сколько?